Карелия вошла в пятерку регионов по объемам инвестиций в арктической зоне. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на выставке «Россия» в Москве, где состоялся День Дальнего Востока и Арктики. В мероприятии приняла участие и карельская делегация. Наша республика сегодня в четверке лучших регионов Арктики по количеству резидентов, в пятерке по планируемым инвестициям. Это почти 100 миллиардов. Но самое главное, мы в пятерке по тем инвестициям, которые уже вложены. Это более 17 миллиардов, создано 750 рабочих мест. На прошедшем форуме особенно отметили проект компании «Северсталь», которая запустила на карельском Акатыше циклично-поточную систему доставки руды. Крупнейший в истории предприятия инвестиционный проект позволил значительно снизить издержки производства и уменьшить вред окружающей среде. За реализацию проекта, который вошел в четверку крупнейших в арктической зоне, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил коллективу Костомукшского ГОКа почетную грамоту. Напомним, что резиденты Арктики в республике реализуют 70 инвестиционных проектов. Поддержка арктических проектов с июля 2020 года осуществляется по нескольким направлениям. Субсидирование страховых взносов, земля без торгов, программа «Гектар в Арктике», налоговые преференции, инфраструктурная поддержка, льготные займы, грантовая поддержка проектов в сфере туризма, финансовая поддержка субъектов МСП.